Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести. Карачаево-Черкесия». Трехдневные выборы завершились в России. В Карачаево-Черкесии проходило 15 избирательных кампаний разных уровней. И сегодня республиканский избирком подвел итоги. Представители участвовавших в выборах политических партий и члены избирательной комиссии утвердили окончательные данные подсчета бюллетеней. Приведенная статистика свидетельствует о том, что в Карачаево-Черкесии проголосовали более 203 тысяч человек. Как отметила председатель республиканского избиркома Лариса Абазалиева, за все три дня не было ни одной жалобы ни в одной из комиссий. 34 мандата получила «Единая Россия», набравшись 65,14% голосов. Коммунистическая партия Российской Федерации набрала 12,74% и получила, соответственно, 6 мандатов. Справедливая Россия, патриоты за правду, набрала 11,8% голосов и, соответственно, 6 мандатов. И ЛДПР 2 мандата, 5, они перешли 5% барьер, набрали 5,11% голосов. Гражданская платформа 2 мандата и 5,05% голосов. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга Александр Брод прокомментировал прошедшие в Карачаево-Черкесии выборы. Завершились выборы в Карачаево-Черкесской республике. Они прошли без грубых нарушений, открыто, конкурентно, демократично. Проделана большая работа со стороны избирательной системы, органов власти, институтов гражданского общества. Я поздравляю регион с успешным завершением избирательной кампании и желаю, чтобы курс на дальнейшее мирное развитие продолжился, а избранники оправдали надежды своих сограждан. Сегодня в Общественной палате Карачаево-Черкесии объявили о закрытии ситуационного центра наблюдения, который работал в течение единого дня голосования с 6 по 8 сентября. Алла Качеева подробнее. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следили более 1500 наблюдателей, 555 из них от Общественной палаты республики. Ситуационный центр, который работал в дни выборов, сегодня завершил свою работу. В республике не зафиксировано ни одного нарушения ни на одном избирательном участке. Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Лешова поблагодарила всех за проведенную слаженную работу. Граждане республики голосовали в течение трех дней. Это дало каждому дополнительные возможности обдумать свой выбор и принять взвешенное решение. У нас хорошие результаты по активности избирателей. Это означает одно. Люди уверены, что придя на избирательные участки, они голосовали за свое будущее, будущее своих детей, за великую и сильную Карачаево-Черкесию. Карачаево-Черкесия показала высокую явку. При этом выборы прошли на высоком организационном уровне. Это отметила мониторинговая группа во главе с федеральным электоральным экспертом Общероссийской общественной организации «Юристы за права человека» Русланом Чериченко. Волонтеры ситуационного центра отслеживали происходящее на избирательных участках с помощью интерактивной карты независимого общественного мониторинга. Кроме того, места для голосования посещали и сами члены Общественной палаты Карачаево-Черкесии. Особо эксперту импонировала преемственность поколений, то, что люди приходили на избирательные участки с семьями. Выборы прошли в соответствии с законодательной базой. Это первое. Второе, они прошли честно, они прошли абсолютно прозрачно. Ну, а высокая явка, она показывает именно то, что люди готовы верить результатам выборов, что людям дали возможность, и они эту возможность использовали. Показательное – это количество людей, пришедших на выборы. Значит, первое место по явке заняла Курская область. Да? Но мы понимаем, что та обстановка, которая происходит там сейчас, она так консолидировала общество, что они показали самые высшие результаты. Могу сказать, что Карачаево-Черкесия была на втором месте.
При этом не надо, да, было ни войны, ничего здесь на месте. Вот просто это, ну, здоровое общество. Собравшиеся еще раз подчеркнули, что и жители Карачаево-Черкесии, и наблюдатели подошли к выборам ответственно. Вся избирательная кампания прошла в доброжелательной атмосфере. Мнения могли быть разные. Каждый выбирал ту партию или того кандидата, за которого он намеревался проголосовать. Ощущается определенная политическая зрелость наших жителей, народов, которые живут в Карачаево-Черкесии. И в этом плане вот этот единодушный такой настрой на совместную работу, он определяет и будущее нашей республики. Напомню, в республике 3 дня работал 251 участок. Явка избирателей составила 68,9%. То есть своим конституционным правом воспользовались 203 324 человека. Алла Качиева, Алиб Астанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем, как проходили выборы в высокогорных аулах. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, местами до плюс 11, а днем 25-30 градусов тепла и в горах до плюс 21. В южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 14. Температура ночью 14-16, а днем 28-30 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Голосовать колоритно и ярко уже стала доброй традицией в Учкулане. Избирательный участок номер 131 продемонстрировал настоящее кавказское гостеприимство для старейшин аула. О праздничной атмосфере и ходе голосования расскажет Майя Хамдохова. В красочном уголке Карачаево-Черкесии, где вершина таинственных гор сливается с воздушными облаками, избирательный участок номер 131 организовал настоящий праздник для жителей живописного Учкулана, которые пришли реализовать свое конституционное право. Нарастающий коллективный дух сплоченности стал основой для граждан. Утро второго дня голосования. Стены избирательного участка были украшены плакатами. Разговоры о будущем аула создавали особую атмосферу. Кто-то предложил изменения в образовании, другие делились мыслями о поддержке местного бизнеса. Улыбки жителей отражали атмосферу единства и надежды на лучшее будущее. Среди присутствующих были особые гости – старейшины Учкулана. Под звуки национальной гармонии и традиционным айраном в бурке и в папахе они пришли на выборы. Для нас выборы вообще, для села – это праздник. Это благо нашего народа, который здесь живет. Мы должны выбирать достойных, который мог исправиться своими обязанностями, обрадовать нас, беспокаиваться, заботиться о благополучии. Ну, естественно, не только села, не только района, но и для всей России. Участники избирательного процесса, вдохновленные духом демократии, делились своими впечатлениями. Каждый чувствовал свою важность, ведь их голос может решить дальнейшую судьбу жителей аула и в перспективе самого Учкулана. Несмотря на легкое волнение, люди уверенно подходили к кабинкам для голосования. Выразить свою гражданскую позицию пришли и стар, и млад. По словам председателя комиссии, никто из жителей аула не остался равнодушным. Голосующие приходят коллективами, приходят семьями. Ну, как обычно. А вот вы сами уже проголосовали? Я была одной из первоголосующих, как председатель участка, голосовала первая. В силу того, что выборы – это тоже является таким значимым мероприятием для горных селений. И вот на выборы тоже, как в праздничной атмосфере, что ребята, что вот старшее поколение идут, тем самым показывая пример. И старшему поколению еще отрадно то, что, несмотря на свой возраст, они принимают
продолжают принимать активное участие в общественной политической жизни нашей страны, что является и примером для подрастающего поколения. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Самое высокогорное выездное голосование было на высоте 1750 метров. Там отдали свои голоса за благополучное будущее своего региона и родного Карачаевского района 30 человек из бригады косарей. Представители избирательного участка номер 140 поднялись на высоту вблизи аула Верхняя Мара, чтобы жители, которые находятся на сенокосе, могли проголосовать. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сейчас активно идет сезон сенокоса в ауле Верхняя Мара. И чтобы не отрываться от работы, бригада косарей решила воспользоваться правом проголосовать вне помещения. Для этого избирательная комиссия 140 избирательного участка поднялась на высоту 1750 метров, чтобы они исполнили свой гражданский долг. Тем временем крепкие ребята дружно косят траву, иногда останавливаясь для отдыха. Приятно видеть, что каждый из жителей высокогорного населенного пункта принимает активное участие в выборах, отмечают представители избирательного участка. Мы сегодня выехали на выездное голосование, голосование вне помещения. На основании заявлений устных поступило более 30 заявлений, обращений. Все избиратели проголосовали. Участие в выборах – обязанность каждого. И несмотря на то, что мы сейчас находимся на высокогорье, мы решили воспользоваться услугой выездного голосования, отмечают косари. Сейчас сезон сенокоса. Нам очень приятно, что члены комиссии пришли к нам, чтобы мы отдали свой гражданский долг. Нам не безразлично будущее нашей страны, нашей республики. Нам очень приятно. Мы за мир во всем мире и... Пусть победит достойный. Сохранение четкой гражданской позиции и только единство – залог крепкого государства, подчеркнули участники самого высокогорного голосования. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Национальный колорит царил и на 54-м участке Карачаевска. Чем удивили избирателей, расскажет Майя Хамдохова. На 54-м избирательном участке в Карачаевске, расположенном в стенах 5-й школы, царила особая атмосфера. Глубокие традиции и национальный колорит региона были ярко выражены в каждом элементе мероприятия. Голосующие пришли на выборы, а попали на настоящий праздник. Специальным гостем мероприятия стал участник СВО Курман Чачуев. Его присутствие добавило значимости событию, ведь он стал символом стойкости и патриотизма, олицетворяющим благородство духа народа. Как важно для вас самого и для других жителей города прийти проголосовать сегодня на выборы? Это долг каждого гражданина Российской Федерации. Мы должны стремиться к лучшему. Жизнь без войны. Все, чтобы было у них хорошо. Чтобы жили мирно и в жизни, самое главное. И обязательно приходить на выборы, голосовать, да, выбирать лучших. Выборы в Карачаевске стали не только формой голосования, но и демонстрацией культурного наследия карачаевского народа. Во дворе школы развернулась выставка декоративно-прикладного искусства. Звучали мелодии местных исполнителей. Молодые ребята устроили любительское состязание по армрестлингу. Ну а для самых маленьких гостей устроили настоящее гастрономическое наслаждение. Гостей угощали традиционными блюдами. Без подарка не остался никто. Ведь на выборы пришли и многодетные семьи, для которых очень важно, какое будущее ждет их детей и жителей города. С каждым разом, выбирая депутатов и кандидатов всех, мы верим в лучшее, верим в будущее. Лучшее будущее для себя, для наших детей, для подрастающего поколения. А вот, может, к вам вопрос, как к главе семьи. Вы своим детям рассказываете, почему нужно ходить на выборы? Да, так как я являюсь тоже членом комиссии, тем более они уже знают, что папа работает там, где выбирают кандидатов для того, чтобы жизнь вот таких вот, начиная с наших маленьких, была лучше. Красочные выборы прошли и в поселке Правокубанске. Современные танцы и песни для детей. Поздравления от Чебурашки, главного талисмана Олимпийской сборной России. Плюс к этому много подарков и угощений. 146-й избирательный участок отличился необычными презентами для избирателей. Памятные фотографии участников в момент голосования, из которых получился фотоальбом с кружкой в тематическом оформлении. Здесь очень активно проходят выборы. То есть здесь жители не дают нам сидеть. Сегодня, например, у нас было более 15
бабушек. Вот прям бабушек. Мы были очень рады, что вообще столько они есть. Они пришли довольные, проголосовали. А также сегодня у нас была и концертная программа, которая расписана уже на 3 дня. И в связи с этим категория людей не ограничена у нас. Каждый выбор создает наше будущее, говорят гости более старшего поколения. Мы хотим достойного кандидата за достойное будущее. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Всего доброго, до встречи.